Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть Fallout 4. И тут довольно интересная ситуация у меня приключилась. Я, в общем, не хотел вам показывать там рутину, как я поселению помогаю. Причем забавное поселение, оно вот здесь, вот на Нордхаген Бич. Черти где, в общем. И они боятся, не поверите, они боятся вот этих. Которые вообще где-то, не пойми где. Но не об этом речь. Я хочу вам показать кое-чего веселое, что по дороге встретил, что меня размотало, по сути, с одного удара. Некое чудище, та еще тварь. Поэтому я залезу в броню. Надеюсь, в броне я что-то смогу этой фигне противопоставить. Надо дойти еще тут немного. И также там еще ядерный блок по дороге. Сейчас соберем. Это тоже... один из тех факторов, за счет которых я решил взять костюм. У меня 14 ядерных блоков. Что-то сомнительно. А где у нас одежда, помощь разная? Шпилька. Хлам. Модификации. Ядерный блок. О, у нас их дофигища. Да, можно в костюме бегать, я их уже насобирал. Спокойно можно бегать. И мне здесь понадобится баф-винт, скорее всего. У меня есть два варианта, как снять с себя наркозависимость, поэтому можем обожраться всем, чем только возможно. Потому что враг действительно серьезный. Так, минус. Котсворт, дружище, жарит эту скотину. Смотрите, какой он там фейерверк устроил. Красавчик. Вот. Еще ядерный блок, ну-ка, 14. 15, 15 ядерных блоков. Я могу в костюме теперь довольно долго гулять. Но все тлен. Сейчас вот, ау. Кто-то меня зажал. Давайте сохранимся. Я еще, кстати, пушку улучшил. Вот эту вот она теперь. Она теперь вот она. Она теперь больше урона наносит. 78. Я не помню, что-то я заменил в ней, в общем. И креолятор я, кстати, достал. Для этого прокачал свою способность. Вот взлом. Сбегал в наше убежище 111 и забрал креолятор. Ну, пользоваться им будем несколько позже. По той простой причине, что... его можно улучшить, и там снарядов не так много. Я хочу сначала улучшить, а потом уже как-то пользоваться. Где-то здесь было это долбанное чудище. По-моему, где-то там. Вот тут за горкой. По-моему, вон он шастает. Да. Тварь довольно здоровая. Я не знаю, как мы ее одолеем. Давайте, знаете, что сделаем. Мины какие-нибудь поставим. Он, к примеру, импульсную. Или плазменную даже, да? Одна мина. Еще мина. Че он замер? Оу, че он? Он камнями кидается. Молодец. Давайте баф-винт. Так. Баф-тат. Сделает меня круче. Да, у меня зависимость, в общем, возникла. Я уже заговариваюсь. И давайте тогда уже жрать все. Что мне дамаг-то увеличивает? Психобаф. Да. Тело на все деньги. Это чудище готово. Две мины, куча патронов, куча наркоты и готов. Он реально гигантских размеров.
крышки, ракеты, заряд плазмы, патроны, мясо, когти смерти откуда-то. Штыковая пусковая установка, не знаю, что такое. Опять ковшик. Это броня, ну, заберем. Все заберем. Та еще тварь. Чтобы вы понимали размеры. То есть вот я напротив него. Он в первый раз ко мне подбежал, своим дрыном съездил, и как бы все. Тот еще гад. Давайте посмотрим, что из него выпало. У меня легкая броня для собаки, надо одеть. Ну, ничего особого. Так, бутылка. Короткие. Кто там? Гладкоствольный с патронником. Веселый пистолет, походу, да? Вот и мины пригодились против таких. Вот, штыковая пусковая установка. Хорошо, это ракетница. У нас 4 ракеты есть. Она штыковая, можно еще и драться ей. На, штыком. Прикольно. Давайте дальше двинемся. По крайней мере, с этой гадиной поквитался. И, кстати, у нас же теперь зависимость. Баф Тата, психобаф. Я пока под бафами, пофиг на эту зависимость. У нас есть 2 варианта, как ее снять. У меня какой-то винт есть, не винт, типа того, который снимает. И есть напиток лечебный, который мы крафтили. По-моему, то ли в прошлой серии, то ли в позапрошлой, не так давно. Че он тут из машин построил? Это он настроил? Это всякого непонятного. Не удивлюсь, если это он. Ну да и фиг бы с ним. Пойдемте зачистим место. Нам там, в общем-то, зачистить надо от врагов. С чудовищем уже схлестнулись. Тут что-то понабросаны машины. И что-то я ничего интересного не вижу. Сваливаем дальше. Так, я немножко наркоман. Бывает. Давайте возьмем эту. С дальней дистанции мы можем с этой пушечки поработать. Там кто-то есть, да? Смотрите-ка. Ну ладно. Мы сначала сюда подкрадемся. Проверим, как оно здесь. Кому на солнечные приливы? Так, ребята, коммунисты, вы где? С дальней дистанции не пришлось поработать. Это явно не Котсворт. Таракан. Изолента. Давайте подсветочку врубим. Да, воспоминания о былом. Куда без них. Так, то. Это проапгрейженный туалет, понятно. Просто прокачанный. От кого зачистить? Тут никого нет. Так, кто тут кайфует? Ты что ли? Ты кто? Робот-наркоман! Вот сволочь. Наркоманский робот. Предохранитель, вакуум, сталь. Чё хотел? Кайфово ему. Another...
Так, перезарядим. Крышка, щетка для волос. Я пока не вижу, от кого нас попросили зачистить это дело. Никого нифига нет. Давайте-ка еще раз почитаем. Зачистка Нортхэм Бич. Подробности. Житель поселения обеспокоен новой угрозой по соседству. Он сказал, что если я ликвидирую угрозу, на освободившемся в общем месте можно будет построить новое поселение. Рядом расположена угроза. Это долби ее другой конец карты. Какую они тут угрозу учуяли? Немножко забыли стену построить или ее уже нафиг вынесли? Я пока никакой угрозы здесь не вижу, вот честно. Строить я тут могу, нет? О. Давайте взламывать. Сходство 0. То есть этих букв нету. Хорошо. Later. А какие тогда? Какие буквы? Какие? Сходство 0. Нортх. Нет. Маркс Гейнс. Крит. Ну блин, эти все буквы есть. Опять я чего-то не понимаю. Вот букс. Такое ощущение, что это наобум вообще все выбирается. Как ноль сходств? Что за бред? Нафиг. Не можем. Очистить территорию от врагов. Пойдемте искать. Ай. Так. Попытка не пытка, действительно. Вот, Сварт, не пугай так. Тоже пристрелю в рассвете лет. Кофейник. Прихватка. Что у вас в холодильнике? Не густо. Пойдем еще осмотримся. Вот, туалет. Кто-то коробку со шпильками в туалете обронил. Это чего такое? Какая-то фигня. Пойдемте дальше смотреть. Там что за здоровая постройка? Это уже мертвый гуль. Может, он видел, как мы тех убиваем, и сам решил самоубиться. Так, здесь чего-то, да? Это чего-то гуля. Так, стоять, зараза. Пюре, кусочки. Хорошо. Так, патроны, психа. Так, легированную броню возьмем. Тайник с крышками. Всякие разные. Мозгогрипп тоже, не знаю зачем, но, к примеру. Куртка и джинсы стиляги. Это вообще прям, куда без них. Так.
Я пока что под бафтатами, под всякими. Вот теперь нет. Осталась лишь зависимость. Чем-то я ее снять могу, давайте. Вот, снятие всех зависимости. Аддиктол. Оп. Все. Недолгая карьера наркомана. Есть, конечно, наркоманский карабин, у которого дамаг растет. И надо потестить, насколько он растет. Потому что тут статы-то уменьшаются весьма недурно. Стоит ли оно того? Пальто. Так, ну... И все, я зачистил. Могу строить. Угу. Хорошо. Но я строить не буду сейчас. Котсвар, ты куда летал? А, я не могу готовить в этой одежде. Ну хорошо, давайте, в общем, что мы сделаем. Сообщим жителям. Что мы справились с заданицем. И потом пойдем в Diamond City. Продвигаться по сюжету. В общем, легкое задание. Собственно, я не хотел его показывать, повторюсь. Я хотел просто изначально... сам это все сделать, но встретил чудовище, и чудовище довольно интересное. Ну, я с ним справился быстро, потому что обдолбался вот этими всеми средствами. И грамотно сделано, этими средствами не, особо-то не позлоупотребляешь, если не хочешь. Кучу зависимостей. И вот этот шикарный вид, просто город такой. Очень круто. Хоть движок и тот, но из него выжили, конечно, все соки, все, что смогли. Все, чувак, спи спокойно. Ну все, спасибо. Так, а тут у нас только хим-лаборатория. Ладно. С прессом Гарви мы потом поговорим. Давайте добраться до детектива агентства Валентайн. Погнали. Погнали в Diamond City. А там посмотрим, куда нас нелегкая забросит. Пока можно в костюме походить, в принципе. У нас 15. 15, по-моему, ядерных блоков этих. Ну или костюм я могу на главной улице припарковать. В принципе, транжирить тоже их не вижу смысла. Ну посмотрим, пока что, в общем-то, пройдемся. А там будет видно. Если какие-то такие задания пойдут, где не придется много стрелять, то... то мы придумаем, куда его припарковать. Так. Где-то там оно. Пойдемте. Yes. Где твое агентство? It's the new guy. That's you, right? Новичок? Word kind of travels fast in Diamond City. У меня еще, кстати, в этом костюме харизма прям отличная. Разбираешься в оружии? Listen, I can sell you guns, swords, whatever, and they'll keep you alive for sure. But the real secret is in the mods. Модификация. Personal touches, install a scope, expand the clip size, whatever. You spend time with your gear, and you'll have the right answer to every problem. Anyway, let's get back to you and what kind of protection you need. А, какая защита. Ну, давайте посмотрим.
Что ты мне тут, большой мальчик? Выпускает дополнительный снаряд. Стоит 12 тысяч. И у меня есть такой на базе. Ну, не такой, который дополнительный заряд не выпускает, но просто. Верный друг, удвоенный урон целям с полным здоровьем. Ну, довольно прикольно. Что еще у тебя? Левый наруч защитника. Уменьшение урона от людей на 15. Эти легендарные прям пушки. И вон ядерные блоки есть. Что мы тебе можем впарить, по большому счету? Так. Что-то можем, наверное. Желтое пальто, нет. За 20-шку. Дешево. Шестеренки, золото, пружина. Игрушечная машинка. Болт и дерево. Я оставлю. Так. Вот эту пушку не нужно мне. Сталец без пластмасса. Криогенный заряд. Ну, это вот для пушки замораживающей кукуруза. Так. Кусочки гуаны. Металлическая броня для туловища. Пожалуй, мы ее тоже продадим. Мозгогрипп. Такое себе. Огнетушитель, сталь, резина, асбест. По-моему, больше ничего тебе не продам, да? Кожаная броня. Ну, дешевка. По сути, все, что мы продали, ничего не стоит. Нам особо-то и больше продать-то нечего. Чистящее средство. Ядерколла. Ладно. Ладно, чувак, нафиг. Нам надо дальше двигать. О, я могу броню сюда паркануть, могу? На станцию обслуживания. Как вариант. И давайте проверим. Да, волтековская модель. То бишь на харизму. И, кстати, харизма, ладно, обратно заходим. Проверили, можем тут есть что ставить. Просто харизма мне может пригодиться в разговоре. У меня и так харизма неплохо прокачанная. А еще и в костюме. Поэтому, ладно, пойдем. Так. Мог бы еще костюм как-то прокачать на прыжки. Может, кстати, и есть, надо посмотреть. На полет его, по идее, можно прокачать. Вот на что можно прокачать, чтобы летать. Это должно быть прикольным. Так, там где-то дверь. Institute has to have enemies, right? What? You mean the railroad? That's a fairy tale, man. They don't exist. Nah, I heard from my cousin. He knows a guy that works for him. И тут сплетни про институт. Интересно послушать. А это что такое? А, вот он, детективное агентство. И у нас там квест появился следовать по пути свободы. Это, видать, в подземку в эту, про которой не существует. Но посмотрим. О, это женщина. Интересно, интересно. Эйли Перкинс. Это важно, поверь. Да, про канала. А, детектив пропал. Ну, мы поможем. Ник was working a case. Skinny Malone's gang had kidnapped a young woman, and he tracked them down to their hideout in Park Street. А, нам его выручить, короче, получается, надо будет. I told Nick he was walking into a trap, but he just smiled and walked out the door like he always does. Я еще и с ним денег могу попросить. Ну-ка. Don't play games with me. Не удалось. I'll pay you if you find Nick, but it's going to be 100 caps. That's the reward, and it's not up for negotiation. Блин, харизма не прошла. Ок. I'll find him. You have my word. Thank you.
Nick should be easy to spot. He's always wearing that old hat and trench coat getup. Please, hurry. Да, все. Если я взялся за дело, поверь, мы его найдем. О, мы можем хату исследовать. О, разыскать Ника Валентайна. Пойдемте. Стоит его найти. Ну и также у меня еще какое-то задание тут. Дорога к свободе. Так, нет. Следовать по пути свободы. Что бы это значило? Мне сказали, что в борьбе с институтом мне поможет подземка, но ее еще надо найти. У меня лишь одна зацепка. Следы по пути свободы. Туристический маршрут начинается в Бостон-Коммоне. Понятно. Ну, давайте искать Ника Валентайна. Где он вообще? А, в боевой зоне. Тоннель. Так, как сюда лучше пройти? Из тоннелев, по идее, хорошо, но можно и оттуда пройти. Давайте сюда. Хорошо, ладно. Хорошо, что не снял броню. Броня нам, походу, сейчас понадобится. И так, а вот картинка пошла. Ну, это понятно. Оружейный верстак. А, кстати, постройкой базы я особо не занимался, там так по мелочи побегал, посмотрел. Надо еще науку прокачать, по всей видимости, или хакерство, там какие-то тонкие настройки с управлением можно сделать только через терминалы. Для этого надо прокачаться. Так, и нам в эту сторону явно. Можно вдоль берега пройти, потом туда. Пойдемте. Вот эту мне пушечку тоже попрокачивать бы не мешало. Где-то там... Так, в смысле пива? Как видите, он с длинным стволом. Тут еще можно какой-нибудь гаситель навести. Будет вообще прикольно. Такой хороший карабинчик. Ау. И вообще карабины надо прокачивать. У меня еще больше урон будет с карабинов. Мне показалось, или кто-то стреляет? Там вон что-то. Блин. Так, и... Там куски мяса висят, а это значит, что долбанные супермутанты. Так, мимо. О, он с ракетницей. Это усложняет дело. Фак. Где тут утырок с ракетницей? Оп. А вот и все. Посмотрим, может. Как ты, поп, спокойнее теперь. Я хочу у него забрать, что у него там было. Вот такие вот кучи мяса развешивают долбаные супермутанты. Я хочу туда. Там вроде как круто. Включим пока этот карабин. И там вот какая-то башня. Я хочу наверх той башни. Надеюсь, пустят. Так, Котсворт. Не пугай меня. Троны. Так, этот чувак сюда бежал. Ракеты нашли, пусковая установка, дрын. Стой, Коствард, стой. Давайте мы ему пусковых установок скинем. У них две уже с собой.
Я ими не планирую сейчас пользоваться. В каких-то жестких переделках их можно брать. А весит-то неприлично. И где-то еще была. Так, как она называлась? Штыковая пусковая установка. Так, Котсфорд, стой. На ша. Штыковая, давайте штыковую тоже закинем. Здесь найдем. Так, штыковая. Все, сразу прям полегчало. Ну и сохраняться надо почаще, само собой. Иначе могут быть проблемы. И следить, в общем-то, куда мы идем. Да, тут еще можно далеко вперед пройти. Особо не нарвавшись. Так. Чешем, чешем, чешем. Корпорация Глюцигенг. Но нам пока что не сюда. Так, по идее-то какие-то граждане немирные, нет? Вроде как не похоже на разбойников. Ух ты ж, послушник. И будь со мной послушной, иди сюда. Куда ты пошла? Обнаружен театр Чарльз Вьюз. Брат Эндрю. You ever feel like this whole world is broken? Do you ever wonder why things can't be the way they were in the good old days? Ну не знаю. А почему ты спрашиваешь? Because if you are that kind of person, you've come to the right place, neighbor. We call ourselves the pillars of the community. We're a pretty new movement, so you may not have heard of us. But we're growing fast all across the Commonwealth, and you can be part of this exciting future. Step right this way, and I'll be happy to tell you all about our movement and how you can be a part of it. А в чем его суть-то? I'm glad you asked. Our mission is nothing less than to transform the entire Commonwealth one life at a time. Maybe you've seen pictures or heard stories about what life was like back before the Great War. Maybe you've wondered, why can't life be like that again? Well, neighbor, I'm here to tell you that it can be. What do you say? Ready to take that first step into a new life? You owe it to yourself to give it a chance. Так, ну, по сути, конечно, тут явный подвох в чем-то. Но давайте согласимся, к примеру. All right then. Fantastic. You won't regret it, I promise you. We haven't had a single pillar leave the movement since we started. Так, и? Don't worry. I don't bite. Что, за тобой идти, чувак, что ли? Куда ты меня повел? Какие у нас там задания? До фермы Финча. У нас тут много заданий. Ладно, идем за тобой. Если что, я нафиг тут всех поразметаю, чуваки. Поэтому... Иду, иду, чувак. Что ты хочешь? Кофейку нальешь? Нет? Alrighty. I hope you're as excited as I am. This is one of my favorite parts of the job. Getting to welcome new members into our movement. The first step is simple. You have to learn to give up your attachment to material possessions in order to gain the ability to do well, health, and happiness. С материальным имуществом расстаться. Give me everything you own, and I'll initiate you as a first level. Ты офигел, да, чувак? Просто говорит, отдай мне все.
Котсворт, я не рассматриваю предложение всерьез. Что можно сделать? Так, ты прикалываешься, да? Я не тупица. Well, you came in here, didn't you? Now, you've got two choices. Give me everything you've got. Ага. We take it anyway. Сами отберем. Давайте его припугнем. Your choice what you want to do about it. That's not how this works. So that's it. Давай, Котсворт. Вали этого миссионера. Сволочи. Все. У нас могло с тобой что-то получиться. А ты... Просто как лемминги бегут и умирают. Вы настолько круты, да? Так, чё, упыри? Всё? Отдай мне всё. Недолго ваше общество просуществовало, я вам скажу. Чёрный жилет из Лакса. Забрать. Кресло. Какой-то полосатый костюм. Прям костюмов, как у дурака, фантиков. Базу себе даже сколотили небольшую, смотрите-ка. Так, бутылка из-под пива, кофейник. Какой украсть их всех перебил? Ну, Котсворт не одобрит. Или одобрит. Скверная юбка. О, ядерный мини-заряд. Котсворт, успокойся, дружище. Все, воровству сказали нет. Причем какое-то воровство, я же их убил. Так, причем это было, ну, просто как в тире. Стейк. Нет. Пиво. О, давайте отбивную собачатина. Самое оно. Так, нафиг ломик я взял-то. Кий. Так, ты у нас послушница. Фуражка капитана корабли. Очки консервы. Это у нас все есть и без того. Ты агитатор от бога. О, крышки зато у него много, смотрите-ка. Котсвар, харе за мной наблюдать. Ты что тут валяешься? А, гаденыши. А я думал, какой-то новый анклав, куда можно будет примкнуть. Ну, конечно, они сразу выглядели как шайка идиотов. О, прилегла. Так, а куда я поднимаюсь? На ту сторону же мне надо, да, по-хорошему-то? Пойдемте. Что за звук? Как хорошо, что в костюме можно делать вот так и не бояться, что ты умрешь после такого. И нам, по идее, вот сюда, да?
Угу, сюда. И потом немножко куда-нибудь в другую сторону свернем. Так. Бостонский общественный парк. А эти упыри? Ну, где-то на той стороне или что-то в этом духе. Пойдемте искать. Пруд лебедя. Оу. Радиация не очень. Тут вот лебеди недобитые. Опа, опа. Ёп. Ма, это жестко. Он оттуда вылез, какого? Да. Бафвин стопудовский. Сейчас опять обдолбаемся на все деньги. Че еще? Или обделаемся? Так, стоять, 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 стоять. Давайте какую-нибудь мины, мины, мины есть. Коктейль Молотова не то. Че, нет мин? Импульсная. Ау. Ух. А, жесть. Нифиговский лебедь. Яростный силовой кастет. Увеличение урона с каждой последующей атакой и одной и той же цели. Жесть. Обломки лодки лебедя, ковшик. Фу. Я чуть не обделался, нафиг увидев этого гада. Та еще тварюка. Так, что у нас есть? Давайте тропак. А, ладно, пока карабин вот этот врубим. Зависимость зато не схлопотали пока что, да? Ну, он обдолбан, конечно, но... Но без... Без зависимости. Фу, ну это было внезапно очень. Он тупо вынырнул. Так, туда не полезем, там радиация, ну я... Или полезем. Так, что у нас есть? От радиации. Радыкс. Сопротивление радиации. Точно есть ради чего лазить. Алюминиевая канистра. Изолента. Лабораторный журнал. Эдгард Суон. Я должен был догадаться, что что-то не так, когда они вернулись за новыми анализами. У меня болят все кости. Я постоянно на взводе, дергаюсь, еле пишу. Мысли путаются. Что? Что происходит? Черт, что происходит? Что они со мной сделали? Походу его превратили вот в эту тварь. Вон оно в чем дело-то. Так, я уже радиации нахватал достаточно, пойдемте. Но это было внезапно, блин, меня аж до сих пор потряхивает. Круто, круто.
Так, тут это понятно. Так, нам куда-то туда надо. Да. Так. Ха. Что тут? Порванное письмо, крышки, свинина с бобами, рулет. Ты робот? А, это путь свободы. Так, стоп, а нафиг ты мне нужен? Я Ника Валентайна разыскиваю. Вот он вход. К этому роботу мы вернемся по пути свободы шастать. Мы сейчас идем по пути боли, по ходу пьесы. Так, ну. Так, хорошо, мы на станции. Так, враги рядом. Где только? Так, гангстер, привет. Так, давайте дробоган возьмем. Ау. Ах ты шупырь. Мимо. Так, нам туда идти. Хорошо, сейчас пойдем. Немножко тут осмотримся. Патроны, кукуруза. Тут туалет, да, походу? Ну, и в туалете бывают прикольные какие-то находки. Жевательная резинка, кто-то не доживал. Тыкву пластиковую возьмем, вантус. Потому что нам пластик тоже периодически нужен. Фак. Ловушки бывают в туалете довольно часто. Тут дробовик кто-то взведет и оставит. Юмористы. Эмалированное ведро. Так, давайте, наверное, вот этот дробовик. У него просто зарядов побольше. Надо тоже заапгрейдить, но не хватает болтов. Я по мере возможности стараюсь что-то апгрейдить. Бурбон. Пачка сигарет. Жестяная банка. Кружки потырим. Кофейник, плитку. Не знаю зачем, но стырим. Так, легкий замочек. Да ё-моё. Почему я на легких больше всего шпилек трачу? Потому что думаю, что он легкий. Шкура когтя смерти внезапно. Очищенная вода. Сахарные бобы. Сейф. Очень сложный. Как хорошо, что я умею такие открывать.
Ау. Так, да, военные деньги, патроны. Нет, этот пистолет не нужен. О, клей. Ладненько, тут что у нас? Терминал. Так, уведомление для сотрудников. Так, к сожалению, вынужден сообщить, что ваша станция Парк Стрит закрывается по договору купли-продажи с корпорацией Волтек. В связи с этим наши ценные сотрудники будут распределены по другим станциям и отделениям. Автоматическая система определит ваше новое место работы. Короче, Волтек прям такое. То еще зло. Везде не успели запустить свои когти. Ну ладно, посмотрим. Надо спасти Валентайна. Ковшик. Ковшик, я без ковшика обойдусь. Пойдемте дальше. Так. Немножко не туда, чувак, ты смотрел. Ау. Да стой ты! Твой налево. Минус. Так. А, я не могу бегать, у меня еще есть слишком много вещей. Так, весело. Ну да. Слегонца много. Что нам? Что-то надо скушать. Так, где-то у меня было готовое что-то. Да, вот стейк. И что-то выкинуть. Нафиг. Ты где, упырь? Так, хорошо. Макаскрита. Легендарный ты гангстер. Причем он какой-то неживой совсем. Ну, сейчас будет еще мертвее, чем был. Отлично. Еще легендарный. Что у вас там разводят? Прикалываешься. Чё я в него не попадаю? Вариант, конечно, что я косой. Но это такой вариант. Чё у тебя там? Гибельная раскрашенная металлическая броня для правой руки. Так продать, если... Патроны, шашлык. Патроны.
Тут пистолет нафиг я взял. У меня тут еще и дрын что-то делает. Который немного весит. Кий. Ломик. Пистолет. Все не нужно. Так. Давайте-ка стимулятор. Где еще у нас тут легендарный был парень? Так. Так, или я всех легендарных обыскал? Подсветку еще врубим. Или я его где-то вдали подстрелил. Вот. Спринтерская металлическая броня для левой ноги. Половики. Тому подобная ересь. Медикс, ментаты. Давайте-ка быстренько тут осмотримся. Легкая дверь. Оп. Оп. Готово. Только нафига. Хитрая ловушка, еще не понял, что она сделала. А, вот он, типа. Карабин был взведен. Сейф сложный. Ау. Но, тем не менее, мы его тоже можем открыть. Да чтоб тебя. Так, криогенная граната. Книга. Мина, предохранитель, радекс. Какой-то шип. Опять я слишком много вещей набрал. Из одежды. Очки, консервы. Ладно, пойдемте дальше. У нас же есть ты, Котсворт, стоять. Что мы тебе можем скинуть? Банку с краской, она дофига весит, кстати. Вакуумная лампа, вантус. Тебя. Что тут еще мы такого можем? Жестяная банка ничего не весит особо. Это весит. Чуть-чуть, но весит. Камера весит, канистра. Ковшик. Ну да ладно. Так, тут у нас больше ничего интересного. Терминал? Так, это тот же самый, по сути, с той же информацией. Ничего такого эдакого нового он нам не сообщает. Так, где этого упыря держит? Квантовая ядеркола. Она подсвечивается, издали видно. Арбуз я не возьму. Нафиг нужен. Так, там он гангстер. Походу да.
Так, отвлекли немножко, ладно, продолжаем. Оп-оп. Так, хорошо. Вроде как все. О, убежище 114? Да ладно. Патрон, пистолет, пулемет. Нафиг нужен. Тут от этого разорвало. Занятно. Давайте сюда зайдем, поглядим. А вот патроны, шашлык из белки. Ты что, мне в убежище идти? 114. Это круто. Ну, давайте тогда в убежище уже в следующей серии пойдем. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.